И вот здесь мы выезжаем на улицу Крылова. Вот улица Крылова, у нас эти главные. И вот такой вот объезд делали власти. Видите, вот улица Крылова теперь главная здесь. Ну хорошо. Почему бы и нет? Так, едем по Крылова. Тоже сделанная улица, все с ней хорошо. Ну, появились кое-какие ямки после зимы. Ну, а так бордюрки, все здесь. Ну, вот опять-таки, вот маленькие какие-то трещины. Ну, тоже вот народ, ну вот откуда они взялись? Этой дороги нет даже года. Ну, пипец, ну вот злость берет. Ну, за что мы платим? Куда платит Москва эти деньги? Куда? В трубу? Что это такое, блядь? Ну, как это? Ее летом прошлым сдали, эту дорогу. И на ней маленькие ямки. Да какого хрена? Хаммер такой красавчик. Ну, вот такой вот объезд Симферополя центра. Я не знаю, как народ, но вот, блин, ну вот хочется вроде бы, блин, нормально на это спокойно реагировать. Ну, кошмар. Просто кошмар. Потом так платишь деньги. Бензин, в него акциз включен. Налог этот присылают раз в год. Просто мы налоги все платим. А нас, ну, имеют, получается. Ну, что это? Это пыль в глаза. Он едет, трещины какие-то. Вот, смотрите, вот, что это? Дорогу год назад сдали. Да какой нафиг год? Ее летом прошлого года сдали. Сейчас февраль месяц. Вообще, ну, слов нет. Я понимаю, что, блин, всем наплевать. И даже... Платишь налоги, потом платишь резину, покупаешь. И вопрос, нафига я плачу эти налоги? На ремонт дорог. Если я могу просто резину покупать. Ну, было бы намного проще и легче. Мне, в принципе, я могу жить и с плохими дорогами. Но тогда избавьте меня от налогов за дороги. И я буду жить с плохими дорогами, я буду себе покупать хорошую там резину, чаще ее менять, собственно, это и будет моими налогами. И буду прекрасно себя чувствовать, чем, ну, вот так, что я и туда плачу, и сюда плачу. Хорошо бывает, в ямку попадешь, все, пипец, колесо там что-то перебивает корт у него, оно начинает восьми, ну... Как яйцо едешь, подпрыгивает, блядь, приходится менять. Покрышка стоит, блин, минимум, ну, там 13-е, 2 рубля стоит. 16-е, 18-е, вообще 6-10 рублей. Это самые дешевые колеса. Так что, короче, блин, одни эмоции. Вот такая вот улица Крылова. Очень интересно. Я поеду еще вниз, я вам ее сейчас до конца покажу. Значит, вот если сейчас поехать налево, на улицу Красноармейскую, то мы попадем, спустимся с нее и сможем выехать на улицу Старозенитную и потом поехать на улицу Русскую. Таким образом, выедем потом на Севастопольскую и объедем центр города. Но если мы поедем сейчас вниз, то мы попадаем как раз в центр города. По Крылова. Но я еще вам просто хочу показать Крылова улицу. Так, светофор, ждем. Позвонил, пока сброшу, потом перезвоню. Ой.
Так, все, наш светофор, едем. Улица Крылова, напоминаю. Кстати, вот мы с второго Петровского проезда свернули на Крылова, вот там вот в самом ее, так сказать, конце, потому что это начало. Она еще дальше туда вверх, можно и налево по Крылова проехать, аж на самый верх, туда к заводу Сизакор, там дальше гаражи. Так, проскочим, проскочили, отлично. Едем вниз. Ну, вот она, собственно. Здесь дорога отличная, как для города Симферополя. Ну, супер. Класс, мне нравится. Что-то мама как-то стояла с ребенком, ждала. И прям вот, когда я еду, блядь, надо идти. Ну, вот так. Вот так. Наверное, мне надо было остановиться, пропустить. Но я думаю, что она уже забыла. И я тоже. Про мое маленькое нарушение. Так. Ну, вот, короче, блин, узенько здесь очень, когда... Вообще, дорога двухполосная, как бы. Ну, видите, машины наставили. Вот, знак, обращаю внимание, да? Вот у нас все рассказывают, блядь, что в Симферополе машины эвакуируют. А вот она стоит. Вот знак «Остановка запрещена», а вот машина стоит. Прям под знаком. Так, смотрим дальше, народ. Улица Крылова. В принципе, она идет вот туда вот дальше еще. И заканчивается за этим перекрестком. Вот за следующим. Ее физическим продолжением является улица Самокиша. Но проезд туда уже закрыт. Видите, кирпич. То есть проехать там можно только с другой стороны заезжаем. Поэтому двигаться надо здесь налево, либо направо по улице Караимской. Так, отъедем, а то здесь большая машина что-то. По улице Караимской. А не, есть обзор уже, смотрите дальше. Эти обзоры про город, про улицы города. Я вам показал обзор объездной, плюс обзор... Ну как, объездной в кавычках, это не совсем объездная. Плюс обзор с самой улицы Крылова. Всем спасибо за внимание. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока, до свидания.